Приветствую всех, кто зашел на наш канал под названием «Рецепты самой настоящей еды». Рада всем старым гостям и друзьям, рада буду новым. Кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения. А сейчас приступим к готовке. Сегодня готовим куриную домашнюю лапшу. Ее очень легко готовить. И она всегда получается, очень вкусной. И это вообще, мне кажется, в России один из любимейших супов. Берем килограмм курочки, лучше такой пожирнее. Еще лучше, конечно, если это будет домашняя такая прям курочка, бульон будет наваристый. И на килограмм 2 литра воды. Солим и варим. Ну вот так, как у меня кусками, минут 40 будет достаточно после закипания. Вот наша курочка и сварилась. Смотрите, какой жирненький бульончик получается. Желтенький, с жирком. Как раз то, что нам нужно. Курочку вылавливаем, даем ей остыть. Очищаем ее. Ну, то есть филе снимаем, чтобы было потом удобнее супчик готовить. А теперь, когда курочку мы очистили на филешку, опускаем ее в горячий бульон. И добавляем домашние лапшички. Здесь уж смотрите сами, кто-то любит супчик погуще, кто-то пожиже. У меня любят погуще, поэтому я побольше добавлю лапшички. Доводим до кипения, поперчили. И варим 3-5 минут, чтобы лапшичка полностью была готова. Вот куриная лапшичка и готова. Наливаем. Конечно же, посыпаем зеленью. У меня это кудрявая петрушечка. И пробуем. Но я боюсь ее так сразу пробовать, потому что очень горячий суп получается. Кстати, хочу добавить. Бывает много разных рецептов лапши. Бывает, добавляют туда лучок, морковку, картошечку. Но именно вот классическая лапша, она подразумевает жирный, наваристый бульон, много мяса и только лишь домашняя лапша. Что мы сегодня и сделали. Попробуем. Обжигающий бульон, такой наваристый. Много курицы, лапша, зелень. Что еще нашей душе нужно? Очень просто готовится. Очень вкусно поедается. Кому понравился этот рецепт, ставим лайки. Всем приятного аппетита и всем пока!